Это уже не первая встреча лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» с трудовым коллективом магазина «Хофф». На прошлом собрании работники выдвинули большое количество социально значимых инициатив, часть из которых уже удалось реализовать. На этот раз лидеры движения Михаил Раев, Руслан Шаипов, Инна Монастырская, Владимир Суслов, Сергей Новосельцев и Артур Каримов рассказали работникам предприятия о проделанной работе и будущих планах. Сегодня прошла вторая уже встреча с трудовым коллективом магазина «Хофф». Те инициативы, которые выдвинуты на первой встрече, они взяты в проработку администрации городского округа профильными службами. И сегодня представители администрации как раз таки информировали трудовой коллектив о процессе проработки. На прошлом собрании трудового коллектива работники выдвинули инициативу организации пешеходного перехода между ЖК «Альфа-Центавра» и парком «Дубки». Сейчас предложение рассматривает комиссия по безопасности дорожного движения, и уже в этом году новый пешеходный переход появится в городском округе. Часть инициатив, конечно, выполнена, та, которая не требовала каких-то специальных условий согласования и не требовала больших вложений. То, что касается на сегодня безопасных дорог, конечно, это все проходит, есть определенный момент прохождения через комиссию по безопасности, вот, утверждение его и выход постановления. Были выдвинуты и новые социально значимые инициативы. По словам сотрудников, рядом с магазином «Хофф» нет пешеходных переходов, и людям приходится делать большой крюк. Лидеры движения инициативу строительства нового пешеходного перехода поддержали. Она появится на сайте голосования. Прошу всех не относиться равнодушно и заходить также на сайт «Химки. Интересно жить», голосовать или выдвигать свою инициативу. Работники магазина признаются, что давно следят за реализацией социально значимых инициатив и голосуют на сайте проекта. Впервые создана такая взаимосвязь администрации города и жителей. Они напрямую могут задать свои вопросы и сразу же получить ответы. Помочь реализовать инициативы и сделать город лучше может каждый химчанин. Проголосовать за уже опубликованные предложения можно на сайте ХИЖ онлайн.